«Красные огурцы» – так называется книжка, которая вышла на днях. И на обложке этой книжки есть логотип журнала «Максим». Неспроста, потому что написал ее Александр Маленков. Приветствую вас. Добрый день. Прошу. Александр, вот просто подчеркнуто, да, вот сразу под заглавием от главного редактора журнала «Максим». Это существенно? Что это... Я думаю, это существенно для продаж. Это издательство АСТ настояло на этом. Я не сильно сопротивлялся, потому что, ну, я пытаюсь отделить себя, Александра Маленкова, от главного редактора журнала «Максим». Это сложно. Но за 13 лет я так сросся с этой позицией, что оно идет уже как отчество. Знаете, Александр, главный редактор журнала «Максим Маленков». Максимович. Да, да, меня Максим постоянно зовут, я не поправляю уже. Алло, Максим? Я говорю, да, Максим. Вот, но книжка позиционирована как юмористическая. Абсолютно. Да, при этом я читаю анонс, значит, главный герой влюбляется в чужую жену, значит, здесь уже адюльтер, ну, как бы... Достаточно тема близкая читателям журнала. Но здесь же и убийство. Нет, это и вообще можно было бы сделать драмой, потому что там очень драматические события. Но вы знаете законы комедии. Главный герой не должен. Это довольно черная комедия. Главный герой не должен смеяться. Ему не должно быть смешно. Смешно зрителям, а ему тяжело, плохо. Вот. И я целенаправленно работал в юмористическом жанре, в основном потому, что, во-первых, я его очень люблю. Во-вторых, ни в каком другом я работать не умею. И в-третьих, потому что я задыхаюсь от нехватки этого вокруг, понимаете? Ну, нет же ничего. Если бы было достаточно юмористических романов, вообще произведений, прозы иронической, юмористической, я бы и не писал это. Мне просто так хотелось прочитать что-то новое, современное, именно вот в жанре юмора, что пришлось написать самому. А вот главный герой, обыкновенный дизайнер Антон Апушкин. Там есть автобиографические какие-то моменты? Ну, я пытался их избежать. Там нет ничего ни про журнал, там ни про знакомых. То есть он не дизайнер журнала? Нет, нет, он дизайнер интерьера. Ага. Вот. Но, конечно, это неизбежно, потому что ты так или иначе, когда пишешь свою жизнь, транслируешь в текст. Вот. И, наверное, его не столько работа, сколько образ жизни, как мне сказали, говорит, это ж ты, я говорю, что это я? Ну, знаете, как у нас с Пушкиным, как будто нам уж невозможно писать романы о другом. Вот. Я говорю, да нет, не я. Говорит, ну, посмотри, это, вот ты же так же и живешь, вот у тебя такая же мама, вот так же у тебя с девушками. Я подумал, что да, действительно, что я не пошел далеко за примерами, но я надеюсь, на этом сходство с реальностью заканчивается. Ну, а, допустим, возраст героя соответствует параметрам автора? Ну, знаете, сейчас так быстро летит время после 40, что мне, чтобы понять, сколько мне лет, надо задуматься и даже там что-то посчитать и пошевелить губами. И я себя воспринимаю каким-то вот усредненным таким, типа 30 с чем-то, хотя мне за 40, но я не вижу никакой разницы между собой. Знаете, когда тебе 20 лет и 30 лет, это вообще два разных человека. Ну, вот. Да, мне казалось, что так. Ну, есть, может, у меня так было. А вот что сейчас, что 10 лет назад, я не вижу никакой разницы. Поэтому я его подгонял, чтобы он был достаточно убедительного возраста, чтобы чтобы полюбить и быть полюбленным достаточно юной девушкой, которая там фигурирует. Вот. Поэтому я сделал юная, это 32 как... года. Это... Мужчина средних лет. Он понятно. Максимально типичный. Максимально нормальный. Весь конфликт произведения, так сказать, произведение, подчеркиваю, это конфликт между нормальным человеком и ненормальным миром. И вот очень хорошая иллюстрация, я прямо очень рад, здесь, что Виктор Багарат, это прекрасный карикатурист, художник из Питера. То есть специально для книжки? Да, да, писал, сделал иллюстрации, обложку, да. Он уловил эту суть, да, это вот прям вот метафора такая, аллегория, когда вот... А почему «Красные огурцы»? Мне хотелось яркого названия. Ну, я вообще, знаете, журналы как-то... Работа в журнале делает тебя немножко конъюнктурным и так чуть цинично вычисляясь им, что сработает, что нет. Мне хотелось, чтобы это
яркий образ был. Парадокс мне хотелось. У меня были какие-то там высокие выемки какие-то. Это вообще название деревни. Мне хотелось такое русское парадоксальное название деревни, потому что это тоже там наше национальное безумие там присутствует. Вот. И мне хотелось какой-то символ сделать. Вот. Но в итоге... Ну, удивительно ироничная жизнь, потому что я пытался оксюморон в это заложить. Что-то несуществующее, невозможное, красные огурцы. И был очень рад этому образу, и уже все написалось. А потом выяснилось, что красные огурцы существуют в качестве овоща. Их солят и маринуют. Кстати, не знал. Да, и я хотел, конечно же, чтобы... Никто не знал, понимаете, а в интернете... Я хотел, чтобы, вбивая это название, не было ничего другого, чтобы ни с чем не спутывалось. И когда я вбил, я был уверен, что такого нету. Я обнаружил, во-первых, массу форумов, чуть ли не сайтов, посвященных этому овощу. Во-вторых, фольклорный ансамбль «Красные огурцы». В общем, вот не надо пытаться быть специальным. Особенным. А вот к разговору про возраст. Мне интересно, вот вы ведь работаете на аудитории в основном до 30, да? Я правильно понимаю аудиторию журнала? Вот в районе 30. Да, вот где вот этот возрастной ценз для главреда? Потому что у меня был знакомый коллега Слава Ровнер. Он, ему было за 50, когда он руководил двумя мужскими изданиями, которые, ну, в той же нише. Да. Как бы, мне кажется, там, ну, справлялся, ну, как мне казалось. Ну, вот у вас есть представление, когда человек должен сказать, все, вот наступил там, я не знаю, 50, там, 60, там, 100, я уже не могу быть главредом журнала для 60-летних. Ну, мне кажется, я уже сейчас не могу им быть, потому когда я начинал, мне было 29, это было даже рановато, вот. И тоже я имел незадолго до этого разговор с коллегой, они тоже запускали мужской журнал, а ему исполнилось 40 лет. И он меня звал тоже в другой журнал, на позицию в Men's Fitness. Вот. И говорит, а ты-то что, не пойдешь? Он говорит, слушай, мне уже 40 лет, ну куда мне быть главным редактором мужского журнала? Я думаю, да, конечно, Мафусаил, не дай бог 40 лет дожить до такого ужаса. А мне, значит, в тот момент 28-29. Вот. Но... Тут как дорога в ад. Тут как бы не очень понятно, когда надо останавливаться. Вот еще годик, еще годик. И вот оно идет, и ты смотришь, ужасаешься. Да, думаешь, что ж такое? Тебе уже так много лет, а ты все еще делаешь молодежный журнал. Ну, год назад ты тоже его делал, и вроде ничего, всем нравилось. Ну, что, может, еще через год уйти? Ну, подожду еще годик. А вот и так решение, проходят века. Решение принимается... То есть вы какой главред? Вы прям диктатор или у вас там коллегиальные решения? Нет, я поскольку ленивый главред, я пытаюсь максимально на всех все перекинуть, но поскольку я перфекционист, то я все время у всех отбираю после этого и очень сильно контролирую. То есть решение окончательное принимаете вы? Да. А коллектив омолаживаете или коллектив тоже с вами как бы мужает? Коллектив с нами, поэтому я надеюсь, аудитория с нами мужается и взрослеет. У нас как-то очень стабильно... То есть мы начинали... Но аудитория все-таки в основном на бренд сориентирована, мне кажется, а не на контент издания. Нет, я ошибаюсь? Кто ориентирован? Аудитория, то есть читатель, он ориентирован на вот и есть бренд «Максим». Огромная армия есть любителей. Я просто, когда иногда выхожу из редакции, стараюсь это не часто делать, но приходится там домой добежать как-то, и встречаю живых людей, вот этих в офлайне, которые... И они подходят, жмут руку и благодарят, и говорят, я вас читаю там 10 лет, 12 лет, с 2003 года, 2004 года. То есть... Я вырос на вашем журнале. Да, и такие есть. Вот вы говорили, что вот если погуглить название вашего романа, это первый роман, я насколько понимаю. Это первый роман, от Маленкова, «Красные огурцы», там масса разных ссылок. А вот если погуглить название журнала, то с момента нашей предыдущей встречи, самым таким распиаренным в благосфере событием стал ваш конфликт с Захаром Прилепиным. Ваш, я говорю, не персональный, а... Ну, почти персональный, был конфликт. Конфликт издания, да? Да. Вы опубликовали фотографию групповую советских девушек, которые были снайперами. Да. И с такой распиаренной подписью, где назвали их там самыми эффективными убийцами. Да, да. Как бы мы с вами понимаем, что любой солдат... Его призвание, как бы, то есть, если он там не технический работник, если он человек вот с оружием, с винтовкой в руках, снайпер, убивать. Да. И называть вообще убийцами, я сейчас не говорю о том, что это советские девушки-снайперы, а это вот могут быть там, я не знаю, солдаты любой армии мира, называть убийцами не очень корректно. Тут вопрос не в корректности. Отчасти конфликт свелся к спору в терминологии, потому что
тот, кто убивает людей, он убийца, да? Да, мы с вами понимаем если это. Если он профессиональный убийца, это не делает его не убийцей. Поэтому нет, если он с формальной точки да. разница между формальным смыслом да. и неким эмоциональным и корректным. Да. Да. И тут очень важен контекст, да? И эффективный убийца, там был эффективный убийца фашистов. Как вам такая? Слово угу. убийца осталось. Да. Коннотация другая уже, да? Не заметил. Ну как? Я даже про фашистов не запомнил, вы понимаете? А это важно. Одно дело, убийца, кажется, что он убивает людей. Убийца фашистов, вроде как уже, фашисты же не люди. Вот, поэтому, так, нет, в сознании, так, в оттенках, да? Убить фашиста, это не так ужасно, как убить человека, например. Особенно во время войны. Вот. Поэтому вырванное из контекста назвать воинов Советской Армии убийцами, это ужасно. Когда это эффективные убийцы фашистов, и акцент был на эффективности, потому что это снайперы, это не выглядело ужасно. И вот кто как прочитал. Мне звонили с проклятиями, даже из Америки, какие-то от лица почему-то ветеранов Бостона. Длинный разговор имел. Бостон. Вам звонят из Бостона. Как вы посмели оскорбить память ветеранов? Я объяснял, я долго пытался, что мы ничего такого не имели в виду. И я уже извинялся за это даже, потому что если люди так прочитали, значит, мы недостаточно хорошо сформулировали. Угу. Если они вырвали вот из этого контекста, где мы расписывали, что снайперы – это самые эффективные воины, да, и употребили… Ну как еще это сказать, если речь об эффективном? Эффективный кто снайпер? Истребительницы, фашисты. Убийцы, истребители. Убийца имеет абсолютно определенную коннотацию. Вы же понимаете, что… Тем более, что здесь речь идет о долге и… Знаете, я вообще не поклонник войны. Никакой. И вообще празднование… войны как достижение для меня очень странно. Сейчас, когда немножко уже страсти улеглись после юбилея, я хочу сказать, что победа – это праздник. Война – это трагедия. Так. А у меня ощущение, что сейчас в обществе люди гордятся и радуются тому, что была война, что это было подвиг, это было прекрасно. Это прежде всего было ужасно и кошмарно. Вот. И это убивали людей. И я буду настаивать на том, что несмотря на то, что это оправдано, это необходимость, убийство – это самое ужасное, что может быть, понимаете? И да, все, кто воюет на войне, они в каком-то смысле почти в прямом убийцы. Потому что, извините, там гибнут люди. У вас, кстати, убийство лежит в основе фабулы, насколько, и даже не одно, да. насколько я понимаю. И я с вами соглашусь, что убийство ужасно, потому что, ну, допустим, мы сейчас там с подачи многих наших западных партнеров отменили смертную казнь, допустим, в стране. И когда встает вопрос о каком-нибудь там ужасном педофиле, который там замучил детей массово, его, вот я, допустим, считаю, что его надо убить. Вот. А по закону его там убивать нельзя. Поэтому есть убийство и есть убийство. Есть убийство и есть истребление. Опять же, называть там девушек. Я опять же говорю не потому, что это советские девушки, а вообще это снайперов-убийцы. Вы все равно же, знаете... Если мы скажем, что есть мужчина, который там каждый день занимается рассматриванием женских гениталий, это вызовет какую реакцию? Ну, задача. А если его работа гинеколог, он просто обязан это делать, это его долг, это его работа. Но от этого первая формулировка не становится менее справедливой. Он каждый день занимается их рассматриванием. Да, но делает благородное дело, точно так же, как снайпер. Да. Поэтому каждый в этой формулировке видит то, что хочет видеть. Если кто-то хочет обидеться, он найдет повод обидеться. У нас все сейчас бросили все дела и считают, что обижаться – это вроде как тоже занятие. И чувствуют себя лучше, потому что они нашли повод ущемиться. Понимаете, вообще-то нужно бороться в себе с этим чувством, да? Это плохое чувство, обижаться и чувствовать себя обиженным. Это только если ты совсем не можешь. И, понимаете, оскорбленные чувства, ничего глупее этого нету. И гордиться этим, и пытаться публично донести, что, знаете, оскорбили мои чувства. Это идиотизм, оскорбление чувств. Это один из многих идиотских законов нашего времени. Оскорбленных чувств не может быть вообще такого понятия. Оскорбился, расстройся в углу. Ну, допустим, то есть, если кто-нибудь что-нибудь скажет про нелестное, ну, не знаю, про вашу маму, допустим, вы... Я не пойду в суд. Я не пойду в суд. Вы даже не будете обижаться, расстроюсь, я могу сказать что-то в ответ. Я скорее проигнорирую, понимаете, потому что невозможно реагировать на все. Но я никак не залезу на трибуну и не закричу, знаете, мои чувства оскорблены.
Если бы я был верующим, понимаете, есть вещи, в которые я верю сильнее, чем верующие верят в своего Бога. Оскорбляйте их, сколько влезет. Мне ни холодно, ни жарко от этого. Угу. Понимаете, у меня есть занятия в жизни созидательные, интересные. Угу. Понимаете, я изучаю эти вещи. Мне... Я могу все бросить и только искать, кто меня обидит, понимаете? Угу. То есть, когда Захар Прилепин написал, что что-то у него там было табуреткой по лбу, я не знаю, вот он вам лично писал или... Вот нет, в том-то и дело, что он, это был выплеск эмоций. Угу. Он описал некую воображаемую редакцию, в которой сидят хипстеры, которые, значит, не нюхали пороху, в отличие от него, который прошел и Первую, и Вторую мировую войну, видимо. Он прошел чеченские войны, так что вот здесь вот сарказм как-то в отношении его. Речь шла о Второй мировой войне, да, понимаете? Еще раз, гордиться тем, что ты воевал, плохо, понимаете? Потому что лучше гордиться, если ты сделал что-то, чтобы войны не было, понимаете? Так. Это всегда воюют наверху, а погибают внизу. Угу. Вот. Поэтому это тяжелое, вынужденное явление, уродливое нашего времени. Всех времен. И война вообще это не нашего времени явление. Надо сказать, что да, войны нашего были, я имею в виду всего нашего цивилизации. Времени. В общем, это было топливо. Противопоставляя я сейчас его, надеюсь, светлому будущему, когда, может быть, уже будут воевать роботы, не люди. К этому вроде пока идет, слава богу. Ну, и был призыв с его стороны. Эх, я бы сейчас взял бы табуреткой бы по лбу засветил. Да. Вот. В общем... И, судя по всему, он забыл через 5 минут о своем эмоциональном выплеске, потому что у него их много. Но не забыли его поклонники, которые, значит, фактически с табуретками стали собираться у редакции, опустошили магазины табуреток вокруг редакции и, в общем, пытались привести это в действие. Когда ему звонили при мне из радиоэфира, говорит, Захар, вот как же так? Вы это имели в виду? Слушайте, я вообще ничего не имел в виду. Я уже давно забыл, это какой-то бред, почему все на этом зациклились. То есть он не захотел продолжить дискуссию. Он, ну, видимо, тоже понял, что погорячился и недооценил силу своего слова. Угу. Понимаете, а когда слово у нас очень быстро переходит в дело сейчас. Угу. И то есть расстояние от призыва физического насилия до самого насилия просто сократилось ничтожно. Сейчас слово убивает даже сильнее, чем пуля. Ну, убивать словом как раз это прерогатива в меньшей степени ОМОНовцев, ну, если мы говорим о прошлом, Прилепин, сколько о нашей с вами профессии. Вот мы, журналисты, мы можем как бы людей ранить словом и, в общем-то, и убивать, довести до самоубийства. Можно, и такие там случаи бывали. А в нашей профессии, мне кажется, что все-таки вот этот ваш пассаж насчет снайпер-убийц, он очень многих, ну... задел. Я не думаю, что вам звонили из Бостона, что это обязательно были кремлевские боты. Вы знаете, как там... Нет, нет, я знаю. Я думаю, что люди были... честно говоря, нюанс. Угу. Журнал вышел в день X некий, да? Угу. Прошло 3 недели, пока Захар Прилепин вдруг заметил, вытащил это, очистил от контекста и преподнес в новом ключе, как увидеть. И тут все, и вот тут все как с цепи сорвались, понимаете? Угу. То есть он помог. Он как бы вызвал этот негатив. Никто не заметил, потому что там не было этого заложено. Но можно найти, конечно, на что обидеться в любом довольно невинном пассаже. Вот, понимаете, это не то, что все сразу закричали. Это спасибо ему. Угу. То есть вы считаете все-таки, что этот пассаж был невинным, что это не было какой-то ошибкой, недосмотром, там, отсутствием воспитания? Нет, это было, конечно, пожалуй, неаккуратной формулировкой. Угу. Естественно, мы ничего такого не вкладывали в это. Вообще статья была о другом. Угу. Я вас уверяю, что если бы не было юбилея Великой Победы, никто бы не увидел ничего странного в том, это что... Это было, по-моему, задолго до мая. Это был, нет, по-моему... это было за месяц. Что снайперов называют эффективными убийцами. Угу. Понимаете? Ну, это так. Да? И вы можете мне доказывать, что они не убийцы, да? Я считаю, что снайперы убийцы, да. Окей, я их не осуждаю, они воюют, они выполняют приказ. Угу. От этого лишение людей жизни не становится менее ужасным. Угу. Особенно, когда речь идет о женщинах. Да? Довольно странное явление, я мягко скажу сейчас. Да? То есть вы еще, и, будучи главным редактором мужского журнала, как бы обязаны быть сексистом, и вы свой сексизм сейчас продемонстрировали, что все-таки... О, в этом я сексист. Что женщины не должны быть снайперами, угу. Да, я прямо, вот это моя точка зрения. Какая основная есть, знаете, установка? Хорошие мужские профессии, да. Например, снайпер. Угу. Вот женщинам там не место.
Вот говорят, что женщины гораздо эффективнее, чем снайперы, потому что они как бы вот хладнокровнее. То есть, когда они видят цель, там... Да, не случайно этот взвод, живой объект, такой результатив. Говорят, что снайперы, они даже лучше. Просто вы... Максим, я правильно понимаю, что «Рецензиар» — это ведь не британское, это американское издание, правильно? Кто у вас как бы... Сейчас американское. Там переходит да. из рук в руки. И, смотрите, если мы тогда к Максиму, к штаб-квартире, к Максиму, к родной. В Америке вообще там уравнены вообще полы. Там имеется в виду, что делают заявление, что какая-то профессия не мужская, какая-то не женская. Это просто оскорбительно. Там браки разрешили. Да, я знаю. Но мне это не нравится. Вот в Калифорнии рассматривается, я не знаю, прошел это была весенняя история, не знаю, прошел этот или нет акт, о том, чтобы запретить использование мам and dad. То есть мама и папа, чтобы было parent, то есть родитель, чтобы не называть... Знаете, при всей моей антиамериканской настроенности... У вас антиамериканская? Анти-анти. Мне не нравится наша антиамериканская. Так, значит, проамериканская. Да, тогда, можно и так сказать. Да. То, что происходит в Америке на ниве политкорректности, меня ужасает. Потому что, как и любой абсурд. Угу. И, конечно... Нужно платить чем-то за цивилизационные успехи общества, которые сейчас происходят, но ужасно, что это все немножко движется к Орвеллу, к тотальному контролю. Все заглядывают мне во все отверстия моего тела, интересуются, правильно ли я ими пользуюсь, что я ем, что я засовываю в нос, я не знаю, что я пью, что я нюхаю. Это же абсолютный контроль. Я взрослый человек, понимаете? Мужчина, не мальчик, не в школе, у меня нет директора, и ни завуча у меня нету. Я не обязан отчитываться, как я обхожусь со своим здоровьем. Понимаете, я заперусь у себя в квартире. Я считаю, что в этой ситуации я могу делать все, что хочу. Я принадлежу себе. Не душить младенца вы не можете. Потому что душить младенца вы уже не можете. Нет, я говорю, с собой. Да, с собой, да. У меня такое чувство, что все мы начинаем быть собственностью государства. И даже в России еще чуть меньше. Причем определенного государства, которое как раз находится за океаном. Потому что, знаете, как у Рамштайна. Нет. Мы все живем в Америке. Смотрите, мы ходим в американских кедах, носим американские джинсы. Это наш выбор, спокойно. Я могу носить любые кеды. А я говорю о тех вещах, когда ты обязан что-либо делать. Запреты. У нас свой идиотизм же, у них свой. Например, запрещено употреблять самому выращенную еду сейчас в Штатах. То есть это становится преступлением. А там запрещено есть фуа-гра в некоторых штатах, потому что это... Я сам вырастил, да, но права животных тоже для меня сомнительная вещь. Хотя вот тут грань, тут очень трудно, понимаете? Когда мы говорим о таких сложных вещах, даже смертная казнь. Вот самый интересный разговор у нас начинается, а у нас уже время подходит к концу. Давайте перемонтируем, выкинем про дурацкую книжку часть. Мы же ничего не монтируем, у нас предмет разговора абсолютно определенный. Мы говорим про красные огурцы. Я надеюсь, что вам не попадется красная карта. У нас мы финишируем игрой в правду, вы должны вытащить одну фишку из этого красного мешочка. И в зависимости от цвета выбрать карточку. Красные – самые провокационные вопросы. Я люблю провокационные вопросы. Ну, тогда постарайтесь вытащить красную. Это какого? Это желтая. Ну, желтая тоже ничего, это неловкие вопросы. Прошу вас, любую желтую карточку. Неловкий вопрос. Вам случалось обсуждать фильм-книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, не смотрели? Мне кажется, сейчас... Евгений, у вас происходит такая ситуация. Да, да, я действительно не читал книгу «Красные огурцы», но я ее прочитаю не потому, что мы сегодня с Александром на эту тему поговорили, а потому что меня заинтриговала как бы фабула изложенная. То, что здесь стоит логотип «Максим», не имеет отношения к моему интересу к этой книге, потому что мне очень интересно, как мой коллега Маленков дебютировал в жанре романа. Потому что я знаю его как журналиста и как редактора. Теперь узнаю как писателя. Большое вам спасибо, Александр. Я ловко ушел от ответа. Да, а я ловко подвелся.